Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас я хочу вам показать и рассказать, и немного рассказать о том, когда и как нужно, и какие нужно витамины колоть поросятам, для того, чтобы они хорошо росли, не болели, развивались. Для этого лучше использовать витамины Интровит. Он содержит в себе 14 витаминов, которые мы его будем вводить сейчас, хоть цена у него вроде бы как и дорогая. Вот 100-миллилитровая бутылка стоит порядка 200 гривен. В то же время она расход небольшой, получается на поросенка уходит от 2 до 10 миллилитров за один укол. Уколы производятся в 3 приема, колется промежуток между уколами от 7 до 10 дней. Маленьких поросят можно колоть с 2-недельного возраста. Дозировка для поросят, свиньи до 10 кг 2-3 мл, это месячный возраст. От 10 кг до 20 это 4-5 мл, это до 2-месячного, даже чуть старше даже. И от 20 до 50 кг 6-7 мл на одну голову. А свыше 50 8-10 мл. Сейчас мы будем колоть наших поросяток. Будем колоть по 2 миллилитра. Поросятки у нас уже идут на откорм, будем отлучать уже от свиноматки. Соответственно, для того, чтобы их поддержать немножко, чтобы у них процессы все пошли быстрее, мы их сейчас проколем. Витамин очень маслянистый, соответственно, колоться будет тяжело входить. Лучше использовать иглу потолще. Для этого я и взял 5-кубовый шприц, хотя знаю, что буду колоть 2 кубика. Свиноматку тоже проколем сегодня. После кормления она потеряла в весе, потому что ее, грубо говоря, высосали поросята. Соответственно, мы ее сейчас тоже поддержим. Да? 2 кубика. В принципе, можно было один колоть, но та стоит. Давай, иди. Повторно можно уколоть будет через неделю, 7-10 дней. Ну, уже, допустим, сразу даже первая инъекция, она даст свой результат. И этого уколов, допустим, им хватит на весь срок их жизни. Ну, они там живут 5-6 месяцев, если на откорме. После опороса, при болезнях, допустим, если у нас стадо свиноматки, бывает такое, что свинка заболела, тогда надо колоть дозировку делать 10 миллилитров, 10 кубов для взрослой свинки после 50 килограмм. Что еще? Видите, процесс несложный. Шприц побольше берите, чтобы игла потолще была, а то туго-туго ходит. Ходи сюда, костер я спасал. Видно ли? Видно? Так. Вот так. А ну, в принципе, уже не заметили. Все. Первый раз эту процедуру можно проводить уже в 2 недели, когда поросяткам 2 недели от роду. Они уже тогда достаточно крепкие, можно делать такой укольчик. Вот в 10 дней мы прокололи железом, в 2 недели уже можно кольнуть им еще и витамином. Повторюсь, витамин сейчас Интровит, стоимость, тут 100 миллилитров, по 2 миллилитра это на 50 уколов. В принципе, не так и дорого получается. Но в то же время вы будете уверены, что свинки получат полный комплекс витаминов. 14 витаминов входит в состав. И лизин там входит, и аминокислоты. Короче,
Это полный, скажем так, комплект, чтобы свинки нормально росли, у них нормально усваивалась пища, метаболизм был ускоренный, нормальный. И после трех, допустим, инъекций таких, наши поросятки уже до забойного веса не будет им требоваться дополнительно никаких вливаний. Они будут нормально расти и, соответственно, не будут переводить корм, будут быстро расти, давать большой привес. Так что есть смысл не зажать этих там копейки. Сколько это получается? 250, 2 гривны выходит, грубо говоря, одна инъекция. Оно того стоит.